Что вы говорите, президент какой? Где вы видите президента? Это чмо, клоун. Человек только со сцены спустился, значит, его избрали на фоне этого фильма «Слуга народа», где он там стреляет из УЗИ и так далее, да? Людей обманули! И они поверили в то, что придет лидер, который зачистит, наконец, от всей этой нечисти Украину, и там как-то что-то пойдет, на полном серьезе считают его президентом. Люди почувствовали, люди отрицательном плане, я имею в виду бандеровцев, националистов, почувствовали слабого человека у власти. Они не хотят ему подчиняться. Вчера я просто был так доволен, когда вот этот говорил, ну ты че, в натуре, ты че? Я подумал, а что мы разговариваем о Зеленском? Нормандский формат. Надо выйти на вокзал. Арсен Джан, скажи, что хочешь? Мы с тобой договоримся. Ты только давай порешаем, да и все. Вот это вот эффективнее, чем ваши дурацкие, значит, какие-то там президенты и бог знает кто. Он негодяй, он предатель, он убивает себе подобных. Да, это так. Но с другой стороны, чмо, не умеющий управлять страной, а шестерка его с ним разговаривает на равных даже круче. Как мы можем против этого говорить о каких-то встречах, нормандских форматах и прочее? 4 раза уклонялся. Не служил, 42 года вообще ничего. Кто он такой? Вот любой вот психологический этот националист, этот азовец, негодяй и так далее, он говорит, я воевал, я порох нюхал. А ты, кто ты такой? Ну, слушайте, это позорище. Глава государства, главнокомандующий вооруженных сил, да? Он, как к нему могут относиться? Да это отлично для нас. Это просто великолепно для нас. Потому что это приведет к тяжелейшим последствиям для нацистского режима в Киеве. Мы должны выполнять свои стратегические задачи. Граница должна быть с дружеским государством и защита русского населения. Все, остальное наплевать. Нам Бог, Господь посылает уникальную возможность слабого президента, если сейчас поднажать хорошенько, включить систему тех компонентов, о которых мы говорили, экономических санкций, значит, паспортизации и пропагандистское и прочее давление, там все рухнет. Нажать, и все рухнет к чертовой матери. И мы спасем свое лицо, свою границу, своих русских людей. На Украине, с учетом современной информации и так далее, это уже происходит. Русские люди убивают русских людей на Донбассе. Для нас это и есть главная проблема. Вот эту проблему надо решить, используя то, что у власти на Киеве находится чмок, клоун, а в Вашингтоне трусливый коммерсант Трамп.